Думаю, наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации. Через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на наши традиционные ценности, на ценности традиционных наших религий и православия, ислама, иудаизма, буддизма, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола. Сознание общности целей, главные из которых – благополучие каждого нашего человека и нашей Родины в целом, и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия. Будем вместе с вами работать в деле укрепления согласия в нашем обществе, в укреплении его нравственного стержня. Для нашего общества, для нашей страны национальное согласие, межрелигиозная гармония – это без всякого преувеличения вопрос исторического значения. Сегодня и в России, и в странах канонического присутствия Московского патриархата среди наших соотечественников на разных континентах Русская Православная Церковь выполняет особую миссию. Сегодня и в России, и в странах канонического присутствия Московского патриархата среди наших соотечественников на разных континентах Русская Православная Церковь выполняет особую миссию. Она сближает государство и народы. Своим мудрым словом и делом помогает найти взаимопонимание. Помогает сохранить те нити, которые связывали нас веками. По сути, сплачивает многомиллионный русский мир.